Меня зовут Венедиктов Антон, представляю компанию научно-технический центр ИВРАС и хотел бы представить новый продукт на российском рынке – имитаторы взрывчатых веществ и взрывных устройств, смонтированных в предметах обихода. Представляем продукцию израильской компании X-Test. Мы являемся официальным импортером в Российскую Федерацию. Это имитаторы взрывчатых веществ. Сейчас я показываю вам два образца. Это имитатор тринита толуола и С4. Это известная всему миру взрывчатки, с помощью которых был произведен не один взрыв по миру. Смысл данных изделий в чем? Во всех объектах, которые подвержены террористическим атакам, стоят так называемые микроскопы. Это рентгенские установки, с помощью которых производится досмотр багажа. Мы предлагаем имитаторы взрывных устройств, которые на данных изделиях будут выглядеть абсолютно так же, как натуральное взрывчатое вещество. Это нужно для тренировки персонала, для проведения проверок каких-то учений, для калибровки, настройки данной техники. Мы предлагаем не только имитаторы взрывчатых веществ, но и уже сформированные взрывных устройств. На экране мы можем видеть картинку, полученную с помощью сканирования рентгенскими лучами наших изделий. На данном изделии, вот это было просканировано в реальном времени, на внешний вид это просто обувь и джинсы. На рентгенском изображении мы видим, что в одной из туфель у нас есть взрывчатое вещество, оно показано как органическая неоднородность. Также видно при увеличении будет, что это батарейка, инсценирующий механизм. Также там скан парика, в котором мы видим опять же органические вещества с батарейкой, инсценирующим механизмом и капсулой.